все-таки вот Браво будет работать без него, что самое интересное. Последний шанс-то вот. Ну, композиция да. вот. Да, да, да. Пожалуйста, вот. Да, хорошо. Чтобы, ну, знать. То есть так все перевернулось буквально вот. Да, 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 нет. Ну, я же, собственно, в группе Браво тоже участвовал. Женечка, мы очень хорошие. Щукин, да? Щукин остался? Да, да, да. Сейчас попробую вспомнить одну из самых наших популярных. Это 40 лет назад. А, кстати, нас многие просят вместе выступить. Я думаю, мы это сделаем. Я вас позову. Влюбиться пара пустяков, осенний свет из облаков, жар птицы 20 000 лет, и за углом кофейня 4 или 5 шагов, и нет врагов, и нет долгов, и молод 40 000 лет, и за углом кофейня вдоль улиц длинная нога, или короткая нога. Шатайся 20 000 лет, и за углом кофейня. А в Хельсинки сухой закон, ну а, и фин приплыл за коньяком, он сбросил 40 000 лет, и за углом кофейня. Свяжу ли с милой век твоё, чтоб имени тебе моё, вопрос на 20 000 лет, и за углом кофейня навстречу плут весьма поэт, он лихо врет, какой дуэт, еще вас 40 000 лет, здесь за углом кофейня. А в зазеркальной глубине часы бессыточны вполне, плюс-минус 20 000 лет, и за углом кофейня. Мы в ней садимся у окна, лицом к луне и времена. Шалят на 40 000 лет, ведь за углом кофейня. Театрально, там же каждая песня была как мини-спектакль. Вот если вы хотите страшную историю, я вам свою спою страшную историю. Хорошо. Да, на стихи Заболоцкого. Ну, в последнем шансе, кстати, не пелось на свои стихи ничего. Никогда пелось на стихи либо Серебряного века поэтов, либо на современных, но очень хороших стихотворцев. Да.